потому что вообще надо знать и верить, что мы не одни во Вселенной, что есть где-то разум еще какой-то. Они смотрят на нас тоже, учатся чему-то или не учатся ошибки. Вот нам бы тоже в какую планету посмотреть бы, чтобы тоже какие-то ошибки принять или нет. Ну, не знаю, я считаю, что надо все это изучать и смотреть. Но это же интересно, это что-то новое такое, неземное в прямом смысле слова. Каждый день смотреть в звездное небо, потому что мы существа космические, и мы вообще, большая наша часть жизни находится там. Конечно, нужно. А мечтать когда и как? А что насчет падающих звезд и желаний? Загадывали когда-нибудь? Загадывали, но звезды не падают. Почему? Есть одно замечательное место, где падают звезды в августе. Возле посоветовать. Да, мы знаем. Но говорить не будем. Наверное, да, потому что звездное небо очень красивое и очень интересное. Сами звезды, их строение и, в общем, весь космос таит много загадок в себе. Нужно. Я считаю, что нужно. Много интересного, неизведанное. Может быть, там кто-то и живет. Я думаю, что очень нужно, поэтому, может, мы не одни на этой планете, может, с нами соседи где-то кто-то живут. Звездное небо всегда смотреть, это считается и романтично, и красиво, ну и тем более в дню космонавтики. Очень это, да, символично. Конечно, надо. Зачем? Зачем? Это вдохновение придает.